посетителей об этом писать, то может быть они быстрее зачистятся. Четвертая больница. А вы еще смотрите, какой залет, это вот даже сами доктора говорят, а вы уже им расскажите, вот просто такой вот позор у властей на самом деле. Грибов на стенах. Просто про какую тут вы прививки спрашиваете, вот смотрите. Вот это больница, там местные власти не могут немного подторопиться. Просто если не буду говорить, какой кабинет, но вот Владимир Зеленский, может вы уже как-то их ускорите, ничего себе. Про какие тут прививки идет речь, грибок, этот грибок серый вызывает воспаление легких, например, и все остальное. Заболевания различные, типа легочных всех заболеваний, да, вот этот вот грибок. Это не то ли все надо минимум обрабатывать. Вот сами даже доктора говорят, если можете как-то покажите, вот смотрите, как такое может быть четвертая больница, которая у меня за месяц попадается, и вот такой залет. Я считаю, залет.